Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве iPad 2021 года у нас будет идти игрушка Call of Duty Mobile. То есть у нас сегодня тест производительности данной игрушки на iPad. Как вы видите, играю я на супер высоких настройках графики, там все по максимуму. Могу себе позволить. Ну, короче, что говорить, давайте играть. Давайте ринемся в бой. И посмотрим, как игрушка будет идти. Сейчас я покажу этим сосункам, как в это играется. Так, что тут делать? Что, побежали? А ну иди сюда. А ну иди сюда, я говорю. Куда ты текаешь? На, вот так вот тут. Что это такое? Ага. Ладно. Ну, короче, как видите, игрушка вообще идет идеально. FPS стабильно максимальный. Не пролагивает. Я тут раздаю всем киллы. Ну, сразу видно то, что ребятам, ну, из противоположной команды есть чему научиться. Конечно, не каждый вывезет такого крутого игрока, как я. Ну, вообще, вот так вот тут. А ну, стоять. Так. Полетели. Не повезло парню. Ну, стой. Как так? Как же так? Не, ну у него точно читы. Иначе он бы не справился. Не знаю, как здесь пожаловаться, но ладно, в этот раз я ему прощу. Что это такое? Ого! У меня есть новое оружие. Это что, из Дума? Фух. Бедолаги. Сгорели заживо. Как же так? О, нет! Нет, их тут двое. Как же так? Сейчас я им покажу. Опа! Что, не ожидали, да, такого?
А ну иди сюда. Фух. Я уже устал. Я такой крутой, что ну, никто меня в этой игре даже победить не может. Ну как вы могли заметить, FPS стабильный, вообще игрушка тянется идеально. Ну а что вы хотели от новейшего устройства Apple? Сюда. Да стойка. Все. Ну так вот. Вот так вот в эту игру и надо играть. Учитесь. Видели, как я его, да? Да. Как же я крут. Ну, короче, вот такой вот у нас на сегодня тест производительности. Сами все видели. Вообще игрушка летает идеально. На вообще супер максимальных там настройках. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.